решил еще раз через год снять поворот, на котором разбился Кузьма. Вот это прямая, достаточно хорошая дорога в районе поворота на аэропорт Криворожский, на которой, ну, так и хочется разогнаться. Особенно если ты едешь на большом мощном внедорожнике. Почему не притопить? Впереди поворот. Еще не тот. Это еще поворот, который он прошел нормально. Поворот с изменяемой, с изменяющейся кривизной. Сначала плавный, потом чуть-чуть закручивается. Дорога по-прежнему в таком же состоянии, как и год, как и два, как и три года назад. Особенно ничего тут не меняется. Она весьма неплохая. А вот сейчас плавная часть поворота, потом чуть-чуть более крутая, но здесь можно ехать со скоростью и 150, и 160, и больше. Примыкание на участок дороги, которая существует намного раньше. Прямик, по которому скорости при условии, что у тебя энергоемкая подвеска. Впереди показался роковой для Кузьмы поворот, но его не видно. Ты идешь, как идешь. Вот знак зигзаги, вот новый знак выбоины 5 километров. Вот этот коварный, невидимый и обманчивый поворот. Памятник на месте гибели. Не знаю, я по-прежнему считаю, что на этом повороте очень легко выехать на встречную. И если там будет такой же любитель срезать углы, неминуемо можно попасть в неприятную ситуацию, что, на мой взгляд, и случилось с Кузьмой. Я проехал его со скоростью 80 км в час, в два раза меньше, чем говорят было у Секвойи.